Витязевский лиман отныне зона, свободная от мусора. После решения главы Анапы об организации круглосуточного поста не было зафиксировано ни одной новой несанкционированной свалки мусора. Напомню, Сергей Сергеев взял ситуацию Витязева под личный контроль. Поддержку главе оказал Общероссийский народный фронт. Обращение о тяжелой экологической ситуации на водоеме было направлено администрации города в адрес природоохраны прокуратуры. Сергей Сергеев также дал поручение подготовить документы для организации водоохранной зоны на Витязевском лимане. Пока же на водоеме будет вестись круглосуточное наблюдение. Мы выполняем поручение главы города. На данном участке сотрудниками муниципального контроля проводится постоянное, ежедневное, ежесуточное дежурство. За время работы сотрудников на данном участке фактов вывоза строительного мусора в лиман не было установлено. И впредь работы будут продолжаться, и мы не допустим, чтобы на данном участке была осуществлена несанкционированная свалка.